не сказала бы, что я стримлю изредка, я стримлю 3 раза в неделю, вот, и сейчас я делаю упор на попытку сделать из себя крутую стримершу, вот. Хочу заниматься стримингом, пока еще не нашла, какое именно, в каком именно ключе, потому что я пыталась играть в хорроры, пыталась смотреть аниме, пыталась там еще что-то, и я все по чуть-чуть пробую, вот, но сейчас я делаю упор на